приветствую вас. Смотрите, как показывает практика, люди ссорятся, и у людей возникает непонимание, ну, себя, да, другого человека. Только по той причине, достаточно простой причине, только по той причине, что люди не привыкли разговаривать, ну, друг с другом. То есть люди не привыкли выражать адекватно свои чувства, выражать адекватно свои желания, вот, значит, говорить о себе, говорить о своих ощущениях, о том, чего они хотели бы, вот, и так далее. То есть, для начала, вам имеет смысл подумать о том, как я, ну, то есть, как вы, да, как вы, выражаете свои чувства. Как вы выражаете свои желания. Как вы говорите о себе. То есть, ну, как вы говорите о том, что вас, например, беспокоит? Как вы говорите о том, что вам, к примеру, нравится? Вот. И так далее. То есть это вот очень важный такой момент, очень важный такой момент, который, мне кажется, необходимо скорректировать, потому что от того, как вы выражаете свои чувства, да, от того, как вы выражаете то, чего вам хочется, да, вот, ну, в общем-то, зависит достаточно многое. Дальше. Если вы не понимаете, допустим, своего молодого человека, да, если вы, ну, не способны его понять, то у этого есть определенно, да, свои какие-то, ну,
причины, да, у этого есть определенно какие-то свои основания. Вот. И я полагаю, что не можете вы понять, допустим, своего молодого человека, да, только потому, что вы себя, вот сами себя, да, не до конца понимаете. Сами себя не до конца понимаете, и сами не до конца понимаете, что вам нужно. Потому что, чтобы понять человека, да, вот, чтобы понять человека, другого человека, сначала нужно понять себя. Вот. А у нас получается с вами так, что себя вы, если и понимаете, да, то значит, постольку-поскольку. Вот. Такая у нас с вами, по крайней мере, получается проблема. Вот. И мне думается, что понять себя, это самое главное, что вам нужно сделать. Вот. Понять себя, значит, прочувствовать себя, что важнее, да, и определить, для чего же я, зачем я, значит, с мужчиной, со своим, допустим, нахожусь в отношениях. Для чего? Зачем мне это нужно? Что я хочу? Вот. Я ссорюсь, условно говоря, я ссорюсь с ним, да, я ссорюсь с мужчиной. И что мне не нравится? Что меня не устраивает? Что меня не удовлетворяет? Чего мне не хватает? В чем я нуждаюсь? Понимаете? Какая штука. Вот это. Нужно выяснить. Сначала это нужно выяснить. Дальше уже. Вы сможете определить для себя, как в дальнейшем организовывать то что вам нужно. И таким образом снизить
уровень потребности в мужчине, например, в парне, да, стать более независимым от него. Основная проблема ссор, в том числе, возникает по той причине, основная причина ссор, возникает по той причине, что люди стремятся к чрезмерной близости, то есть стремятся к слиянию. Вот. Как бы. И у людей проблемы с личными границами. Знаете, какая штука. Поэтому в первую очередь нужно отграничить себя от мужчин, отграничить личную ответственность свою, да, вот, и его, чтобы вы четко понимали, что нужно вам, допустим, и что вы хотите, и за что вы отвечаете. А что нужно мужчине, и за что он ответственен, за что он отвечает, а за что не отвечает. Вот. Понимаете? И тогда вам будет проще. Дальше. Существует, значит, техника бесконфликтного общения. Вот. Ее можно освоить, но она предполагает, что вы будете больше, значит, ну, больше внимания уделять себе. Предполагается, что вы не будете участвовать в ссорах. Но предполагается, что вы будете действовать в первую очередь для себя, и уже потом, значит, для других. Вот. Предполагается, что вы не будете делать, значит, ничего в ущерб себе. Вот. Значит, ну, ущерб себе, да, если чувствуете, что вам это, ну, как бы, некомфортно, да, что вам это не нравится, что вам это не по душе, что вам, собственно, тяжело и так далее. Вот. То есть это предполагает вот такой момент. Это предполагает, значит, ну, такую историю. Вот. Дальше идем. Вы будете смотреть и вспоминать, значит, в том числе, да, в том числе, свои изменения, ну, которые у вас, к примеру, произошли во время отношений с молодым человеком. Вот. И будете отслеживать, как изменилось ваше поведение в отношениях с ним.
То есть, условно говоря, да, ну, что произошло, как вы изменились, к примеру, это все очень важные детали, понимаете? По факту, получается следующее. Значит, что вы вступили в отношения, уже либо будучи неудовлетворенными в чем-то, вот, либо, значит, ну, либо боящимися чего-либо. Вот. И так далее. То есть, вы уже хотели что-то получить для себя. Вот. А это неплохо, то, что вы этого хотите. Это неплохо. Но очень важно, чтобы вы несли ответственность за себя. Вот. И чтобы вы отвечали за то, что вы хотите. Вот. Вы отвечали за то, что вам нужно. И тогда, собственно, все будет нормально, все будет лучше. Вот так, я думаю. Ну и, конечно, значит, нужно посмотреть, что у вас за мужчина, да, насколько вы с ним совместимы, вот. Вы говорите, что вы любите, значит, его, а как проявляется... Как проявляется, значит, ваша любовь, да, как вы понимаете любовь, вот, и так далее. То есть это все очень важная история, все это очень важный момент, вот. И тогда будет понятно, в чем у вас, собственно, трудности и проблемы. Вот. А пока это просто общие такие рекомендации, да? С другой стороны, может быть, а вы играете в игру, которая называется «Скандал». Вот. Игра эта подразумевает то, что вы боитесь близости. Вот. И используете эту игру для компенсации, значит, желания этой самой близости. Вот, ну, то есть вам хочется близости. Вот. И также это аналог секса. Вот. То есть, если вы поссоритесь, да, то
значит, секс, он будет как бы уже не нужен. То есть тут как бы тоже такая вот история. Нужно подумать, действительно ли вы играете в эту игру скандал. Вот. Если играете, да, то, соответственно, зачем и для чего, с какой целью вы это делаете. Вот. То есть эти все моменты, их нужно будет обязательно зафиксировать. Эти моменты нужно будет проработать. Дальше. Вы пишете, как быть, чтобы что? То есть можно просто гармонизировать отношения и сделать так, что ссор у вас не будет вообще. Ну, можно так сделать, да? Потому что ссоры, они возникают, как правило, только в том случае, да, если человек, условно говоря, если человек в ней участвует, ну, участвует в этой ссоре, да, вот, в этом случае это так происходит. Если же не участвовать в ссоре, вот, то, соответственно, никаких проблем не будет. То есть убрать ссоры — это одно, а добраться в себе — другое. Гармонизировать отношения, то есть делать их более уравновешенными — это третье. Вот. И, соответственно, значит, рассмотреть какие-то еще проблемы — это уже четвертое. То есть, как быть, чтобы что? Нужна цель. Дальше. Следующий важный момент. Вы пишете, надоели постоянные ссоры. Ну, здесь, конечно, очень интересен, на мой взгляд, контекст того, что надоели ссоры. Надоели. То есть вы ссоритесь, а потом что происходит? Вам не нравится, вы себя корите, ругаете или как? Вот с этим тоже нужно разбираться. Вот. Так что это тоже такой момент. Самое главное сейчас — это увидеть, значит, вам момент, с которого все началось, да? То есть самое главное сейчас для вас — отследить, когда начали происходить ссоры, и, ну, по поводу чего они начали происходить, вот. Ну, в принципе, так. И, в принципе, такая вот история будет. То есть, слишком мало информации вы предоставили, значит, для того, чтобы дать вам более полную информацию о том, что произошло, о том, что случилось. Смотрите сами, как вы хотите. Смотрите
В идеале, конечно, чтобы вы, молодой человек, обратились за помощью, да, в идеале, чтобы вы оба с молодым человеком проконсультировались. Вот. Ну, можно начать, в принципе, и с вас, если, ну, как вот вы обращаетесь, да, можно начать и с вас. Там уже дальше будет видно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.